Мои дорогие друзья, сейчас я вам покажу, как я выгляжу после мини-операции на десне. Ставила импланты, кто не знает. Сегодня проспала я хорошо, боли у меня с утра нет, конечно, какой-то тяжести. Есть припухлость небольшая, даже больше, чем небольшая. Покажу вам себя. В связи с тем, что мне назначили антибиотики, я принимаю в час ночи и в час дня, и нужно покушать на голодный желудок. Ни в коем случае нельзя антибиотики, тем более мне такую огромную дозу назначили. Поэтому, мои дорогие, я решила, что я буду сегодня кушать. Вот для начала мне даже знобить чуть-чуть, правда, белье повесила на балконе. Я приготовила себе вчера хумус, я вам раз показывала, не помню, и яйцо. Два яйца. Вот это вот как-то пожую, да. И вместо салата вот приготовила себе смузи, чуть-чуть уже отпила его. Тут и сельдерей, и петрушка, и рокола. Что еще здесь? Сельдерей, петрушка, рокола. Щавель даже есть здесь. А, мята. Поэтому она так приятно пьется. Здесь моя, смотрите, капуста, которую я только заквасила по правильному рецепту. Очень хочется ее попробовать. Вот, и немножко даже мне знобит, мне кажется. Конечно, будет. Так что вот, приятного мне аппетита. А пить, я посмотрю, что я запью. Да, еще и черешню. Пардон, еще можно и клубнику покушать первую половину дня, потому что второй у меня обед будет после 6, чтобы потом продлить для приема антибиотика. Мой муж как себя чувствует? Мой муж чувствует себя хорошо. Он вчера после больницы, после укола заснул. И всю ночь, оказывается, не спал. Лег, крутился. Он и вчера и покушал хорошо. И сегодня с утра хачапури ему сделала. Просыпаюсь в 9 часов, а его нет рядом. А он в зале смотрит телевизор. Кушать, говорит. Я говорю, боже ты мой, меня ждет бедный. Приготовила ему хачапури. Пожарила, отварила два яйца, сделала салат с петрушкой. Это все слопал. Такой аппетит. А я сейчас посмотрю, как я буду кушать, мои дорогие. Вот так я выгляжу. Немножко доброе утро, все мои дорогие. Вот видите, чуть-чуть у меня есть шашлык, называют. Но знаете, какое состояние? Вот какая-то слабость. Вот такое состояние. Вот немножко знобит и... Ну, естественно, инородное тело, там разрезали, там чистили надкостницу. Это, конечно, вмешательство было такое. Даже говорить не могу, но я только что сделала йогу. Хочу покушать, и у меня вебинар сейчас по нейрографике. Буду рисовать нейрографику. Стирку постирала, мужа уложила. А, надо его чем-то кормить, думать. Ну, попозже. Какой сегодня замечательный день. Хочу вам показать, как я выгляжу на вечер, да? Видите? Какой у меня угол молодости. Красивый такой, да? Я даже сегодня умудрилась сделать зарядку. Смотрите. Видите? Я думаю, что это нормально. Правильно же? Это нормально после такой операции. Открывать вам рот не буду, и все. Кто-то написал, наверное, близко телефон к камере не подносите. Вот, мои дорогие. Сейчас я готовлю ужин моему мужу. Он только что проснулся. Покажу вам, как я цветочки пересадила. Вы не видели. Так, ну начнем с этого. Он у меня стоял в стаканчике. С этого. Этот я с большого горшка. Знаете, просто отломала и положила. Зря сделала так. Этот у меня умер, цветок. Так, вот этот вот цветочек, который я купила, я пересадила. Знаете, я это тоже использую. Нету у меня орхидеи. Ну, землю надо, земли нету. Этот желтый цветок я у Нимчика взяла. Вот такой у меня огород. Так, пошли дальше. Это мои синюшки-птичечки. Что я здесь делала, друзья мои? Я просто здесь подсыпала землю. Я сегодня вроде бы полы мыла здесь. Видите, наполнила землю. Здесь наполнила. Вот такие у меня цветочки. А, вот, пересадила. Которашки мне подарил на 8 марта. И почему-то он уже так крошится, не знаю. Так я схватила его грубо. Видите, как принялся? Мой золотой мальчик. И вот этот посмотрела я тоже. По швам скоро разойдется. Так, ну горшков у меня много. Смотрите, мои дорогие, что я сегодня сделала. Не сегодня, а 2-3 дня назад. Это цветочки взяла у моей подружки Катюши.
Вот. Вот этот пересадила, землю поменяла. Посмотрим, как он примется. Видите, землю. Вот это тоже цветок рассадила на несколько этих, на два горшка. Здесь ничего не делала. Вот, мои дорогие, вот мою монстеру пересадила в такой огромный горшок. Всю землю поменяла. И это тоже. Пальмочку мою, большой горшочек посадила. Это пока осталось здесь. Вот. Дальше. В этот я подсыпала землю. И это тоже почистила, посадила. Так, все, мои дорогие, пойдем сейчас покажу вам, что я готовлю. Вот, знаете, у меня такое состояние, конечно, будет от такой дозы этого, будет как-то, знаете, как будто я под каким-то кайфом. Вот, 31 день сегодня. Смотрите, готовлю я соте. Думаю, мой муж сейчас проснется, он же всю ночь не спал у меня. Соте, мясо отварила. Сейчас грибы здесь, сливочное масло и оливковое. Все как положено. Вот это все тушится. Помидорчик не буду. Я сейчас сделаю сюда томатную пасту. Залью вот эту. Как удобно иметь вот эту вот кастрюлю волшебную. Здесь слива я, видите? Бульон. В этом бульоне. Может чуть-чуть подлить, как вы думаете? А там находится... Там находится мое спагетти. Буду кушать сегодня. Вот сейчас вот. Мне достаточно. Ашки ему не понравилось. И вот их будет много. И это сейчас прошу, он будет есть или не будет. Салат. И все. Мои дорогие девочки и мальчики, я вам так подробно все описываю, потому что многих очень интересует мое интервальное голодание. Это интересная тема, действительно. Потому что с возрастом мы осмысливаем, да, ценность нашего здоровья и ценность нашей жизни. Потому что, когда мы молодые, нам все пофиг, мы все кушаем, пьем, курим, гуляем там. А когда приходят такие моменты после 50, приходит осознание того, что вдруг, если заболеешь, и причины этой болезни, ведь люди могут нормально жить и здоровыми быть. И мы сами усложняем себе жизнь. Вот, так вот, поэтому я вам показываю все. Смотрите, я приготовила вот таких два салата. Это моя квашеная капуста. Квашеная капуста. Красная, квашеная, белая. Огурцы. Ашкам, не знаю. Я допью свой смузи. Это моя суточная доза. Смотрите, что я приготовила сегодня себе. 31 день голодания и второе питание. Мои макароны, спагетти. И вот хорошо сваренное мясо. И грибы, суты называется. Вот я сделала себе чуть-чуть такую тарелочку. Надеюсь, что мне достаточно. И все, больше ничего не буду кушать. Даже я не хочу. Просто мне надо пить антибиотики. Вот так я храню зелень. Я, когда покупаю ее, я ее перемываю все в уксусной воде. Затем, смотрите, беру полотенечко чистое. И тут у меня все перемытое. Смотрите, здесь у меня мята. Здесь у меня сельдерей. Вот этот у меня щавель. Я вот так вот просто все, и оно сохраняется у меня дольше. Раньше делала пакеты бумажные, пакеты, потом перешла на бумажные салфетки. Сейчас вот даже вот так вот иногда закрываю. Смотрите, что я приготовила мужу. Муж сегодня будет кушать суты. Это у меня останется на завтра. И нокут будет кушать. И вот отвариваю ему еще капусту цветную. Знаете, что еще у меня есть? У меня много чего есть докушать. У меня чего, много чего есть, да есть. Вот это вот для наших птичек, это их еда. Вот сколько у меня квашеной капусты, я их переложила в баночки. У меня две штуки баночки, там поменьше есть. И тут вот это старое. Вот у меня есть капусту, прям жалко ее выбрасывать. Придется доесть сейчас ее. Так, вот это хумус. Там киревис у меня. Еще у меня тут много чего есть интересного. Вот, мои дорогие. Я сейчас это все закрываю и сажусь кушать. Приятного мне аппетита.